Белые, быстрые и современные. На Соборной площади главным врачам областных больниц торжественно вручили ключи от двух десятков УАЗ-профи. Машины будут служить в районных медицинских учреждениях. Новые скорые приобрели на федеральные средства. Сегодня мы направляем в наши сельские поселения, а также поселения городского типа, 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Это стало возможно благодаря бюджетным ассигнованиям, выделенным из бюджетного фонда правительства Российской Федерации. С огромным удовольствием вручаю вам ключи от этих автомобилей. Медперсонал Новоспасской районной больницы давно ждал пополнения в автопарке. По состоянию на 12 октября в муниципалитете сохраняется неблагополучная эпид-обстановка. Заболело коронавирусом более 250 человек. Скорая помощь должна быть хорошо экипированной и мобильной. Главный врач Кирилл Хомяков доволен приобретением. Это автомобили класса «Б». Оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной неотложной помощи, именно фельдшерами скорой помощи. Улучшения здесь по отзывам специалистов уже мне тоже рассказали. Это в первую очередь сама каталка. Отважным водителям скорой помощи автомобиль понравился. Он более мощный и шустрый по сравнению со всеми известной буханкой. Приехал получать новый автомобиль для скорой. Очень приятный, довольно-таки комфортный. Маневренный, очень удобный автомобиль. Автомобили оборудованы кислородными баллонами и вращающимися креслами для удобства работы фельдшеров. Также в салоне есть жесткие носилки для транспортировки пациентов с травмами позвоночника. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.